Каждый год в День памяти великого русского литератора Александра Сергеевича Пушкина в музее-заповеднике, который носит его имя, собираются люди разных поколений. Вместе они возлагают цветы к памятникам. Эти митинги не огромного количества людей. Это должны быть траурные и камерные очень мероприятия. Поэтому здесь нет никаких вот микрофонов и нет никаких огромных толп. Поэтому всегда вот так все, кто хочет, по желанию приходят к памятникам Пушкина. Эти места особенные. В Больших Вязёмах и в Захарово Александр Сергеевич провел свое детство. Здесь писал свои первые строки. С гордостью рассказывают сотрудники музея. Пушкин – наше все. И чем удивителен этот поэт, писатель. Каждый раз, перечитывая, находишь что-нибудь новое. Постоянно учишься. И знаете, еще он провидец. Провидец. Все, что сейчас происходит у нас, это все он описал еще в 19 веке. Вы представляете? И эти места, вот эти места, они просто потрясающие. Он памятник себе воздвиг нерукотворный, и тропа к нему действительно не зарастает. Участники акции, даже самые юные гости музея, читают стихи, говорят о жизни великого поэта и его вкладе в культуру. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг. Это стихотворение Андрея Дементьева. Я его уже до этого знала. Здесь раньше была театральная студия, я туда ходила. В этом году исполнилось 185 лет со дня смерти великого поэта. Акция «У зажженной свечи» проводится в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина ежегодно. Ее главная цель – сохранить память о великом поэте и привить любовь к литературе юному поколению. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».